ребята, а также мамы, папы, бабушки и дедушки. Вы смотрите утреннюю познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день». Вы, конечно, знаете, какой важный праздник мы отмечаем сегодня. Он называется «День защитника Отечества». Обычно в этот день поздравляют всех мальчиков, пап и дедушек. И мы официально заявляем, что в этот день можно поздравлять всех девочек, мам и бабушек, которые работают или служат в армии и ежедневно выполняют боевые задачи. О, Кокси, а ты откуда про все это знаешь? Тебе рассказал кто-то? Ну, между прочим, я кот любознательный, много чего знаю. А чего ж ты раньше не рассказывал? Мне же интересно. Ну, во-первых, ты не спрашивал, а во-вторых, у нас по интересностям главная Шуня. Доброе утро, друзья! Очень рада вас поздравить с праздником Днем Защитника Отечества. Разрешите, дорогие мои, пожелать вам здоровья, сил и хорошего настроения. Жунь, а ты кого поздравляешь? Вас, Зубко, и всех мальчишек, наших зрителей. Ну и, конечно же, девочек, кто решит в будущем связать свою жизнь с военными профессиями. Шунечка, пожалуйста, расскажи об этом поподробнее. Пожалуйста. Между прочим, не вижу причин для удивления, друзья. Девочки и женщины всегда наравне с мужчинами защищали отечество от врагов. И даже в сражениях участвовали. Конечно. Вот, например, 200 лет назад на Россию напал французский император Наполеон со своей армией. Эту войну назвали Отечественной войной 1812 года. И что же, с этим Наполеоном французским девчонки воевали? Вся Россия с ним воевала. Но были и женщины, имена которых история сохранила. Например, в кавалерийских войсках воевала Надежда Дурова. В кавалерийских? Это на конях, что ли? Кто же ей такое разрешил-то? Да в том-то и дело, что никто. Но у нее папа был военный. И с детства она умела ездить на лошадях и стрелять. А уж когда пришлось родину защищать, она надела военную форму и записалась в армию. Да так хорошо служила, что стала первой женщиной-офицером в России. Вот это история. Девчонка стала офицером. И во время другой войны, Великой Отечественной, многие девушки помогали воевать на фронтах. Были врачами, медсестрами и кашу варили солдатам. А еще во время Великой Отечественной войны девушкам приходилось и разведчицами быть, и из орудий стрелять, и даже военными самолетами управлять. Девчонки-летчицы! Я не могу в это поверить. Когда они маленькими были, тоже, наверное, не верили, что будут боевые задачи на самолетах выполнять. А вот когда выросли, то пришлось свою страну защищать. А сейчас как? Девчонки тоже в армии служат? Конечно. Хоть мы и в мирное время живем, все равно надо быть всегда на страже Отечества. Девушки в армии могут быть врачами, радистами, парашютистками, переводчицами и даже снайперами, которые метко стреляют из любого оружия. Ого! Значит, и правда. Девочек тоже можно сегодня с праздником поздравлять. Спешим это сделать. В общем, и мальчики, и девочки, которые мечтают об армии, все вы будущие защитники Отечества. А значит, с праздником! До свидания, друзья! Спасибо, Шунечка. Спасибо. Было очень интересно. Доброе утро, друзья! Вы смотрите познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день» на телеканале «Радость моя». С вами ее ведущий Коксик и Зубок. Мы отмечаем сегодня очень важный праздник. Праздник этот называется «День защитника Отечества». Поздравляем сегодня всех защитников и настоящих, и будущих. Хотя, Зубок, я вот о чем думаю. Хорошо бы всегда было мирное время, чтобы никаких сражений не было. Это точно. Но на всякий случай пусть защитники будут.
А у меня знаешь, какой вопрос? Пока не знаю. Вопрос такой. Когда защитники Отечества вообще появились? Они что, всегда были? Мы вот с тобой защитники? Ну, пока нет. А вот когда вырастем, тогда будем. В армии пойдем служить. А что, мне кажется, это интересно. А ты в каких войсках служить будешь? Ну, ты спросил, откуда же я знаю, какие там войска есть. Вот у нас сколько вопросов накопилось. Пора их задать нашему постоянному ведущему, профессору Пифагору. А я уже готов, друзья мои. Готов ответить на все ваши вопросы. Еще раз доброе утро, друзья! Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Начнем по порядку. Когда появились защитники? Да, профессор, проясните. Были они всегда. В старину защитниками были богатыри. Они ведь не только в сказках и былинах встречаются, они на самом деле были русскими воинами. Ну, я в этом никогда не сомневался. Да, друзья, если посмотреть на историю России, то увидим, что частенько бывали времена неспокойные. Враги покушались на русскую землю буквально со всех сторон. Ну и древняя армия, конечно, отбивала все атаки. В древности защищали отечество обычные люди. В мирное это время они жили в деревнях, пахали землю, выращивали скот, детей воспитывали. А когда трудные времена наступали, собирались в особые войска. Дружины надевали на себя особую защитную одежду, кольчугу, брали мечи, щиты, копья, садились на коней и спешили за своим командиром-князем на поля сражений. Профессор, а какие богатыри были самые известные? О, в истории Руси их было много. Но, пожалуй, самыми известными можно считать святого князя Александра Невского, который разбил немецких рыцарей на Чудском озере, и великого князя Дмитрия Донского, который со своим войском победил в Куликовской битве. Судя по вашим картинкам, профессор, все наши войска были конными. А где же танки, самолеты? Ну, в те времена, Коксик, никакой техники еще не было. Да и на разные рода войск стали делить армию гораздо позже. При царе Петре Первом. Он, можно сказать, был создателем первых родов войск. В его время они назывались по тому оружию, которым были вооружены. Было войско пикинеров. Главным их оружием были острые пики. Отдельно создавались гренадерские полки. Они чем родину защищали? Гренадами. Или, как еще их называли, гранатами. Это что-то наподобие современных гранат. Метательные снаряды. Чем дальше умеешь бросать, тем лучше. Ого! Сил нужна, чтобы гранаты-то бросать. Угу. Конечно. И еще один род войск – фузелер. От слова «фузея». Так раньше называли ружья. Вот с такими войсками царь Петр I и защищал Россию. А уж потом техника стала развиваться, появились и танки, и самолеты, и ракеты, и даже космические войска. А фузеи и гренады давно позабылись. А вот теперь все понятно, профессор. Я бы пошел в гренадеры служить. Вот только потренироваться надо немного. Я вместо гранат шишки использовать буду. У нас в лесу их много. А я бы не против в космические войска пойти. Звезды, кометы, другие планеты. Их ведь тоже защищать нужно. Когда вы подрастете, может, и другие войска появятся. Так что не торопитесь. Но то, что желание есть, уже похвально. Спасибо, профессор, за этот интересный рассказ. Спасибо. Всего доброго, друзья. Доброе утро, друзья.
друзья. Сегодня День защитника Отечества. Поздравляем всех, кто служил, служит и будет служить в армии и защищать нашу страну. Ну, Коксик, а мне кажется, что этот праздник не только армии касается. Он касается всех, кто кого-нибудь защищает. Защищать можно от чего угодно. Например, девочек от хулиганов или малышей от злых собак. Да ты философ, Зубок. Кто, я? А это еще что такое? Ну, я слышал, так тетушка Матильда говорит, когда енот о чем-то рассуждать начинает. Философ, говорит, вы, енот Енотыч. Ну, я не знаю, кто у нас Енотыч, а я бы хотел сегодня для всех защитников Отечества объявить музыкальную паузу. Сам объявлять будешь? Сам. Музыкальная пауза. Гимнастерки и тители на войне как броня. Я вернусь победителем, ждите дома меня. Подождите, родители, защитит вас сынок. Я вернусь победителем в тихий майский денек. Я вернусь победителем после сотен атак. Я вернусь победителем по-другому никак. Я вернусь победителем, ждите скоро назад. Я вернусь победителем, я же русский солдат. Если пуля случайная гимнастерку мою продырявит в отчаянном и неравном бою, сохраните в альбоме вы мой портрет фронтовой, чтоб потом не запомнили, кто же был я такой. Сохраните, я знать хочу, что потом, как сейчас, я с портрета им прошепчу, я погиб ради вас. Все когда-то закончится, и закончится бой. Без победы не хочется возвращаться домой. Я вернусь победителем, ждите скоро назад. Я вернусь победителем, я же русский солдат. Я вернусь победителем, я же русский солдат. В эфире познавательно-развлекательная передача «Праздник каждый день». Мы поздравляем вас и ваших защитников с Днем Защитника Отечества. Этот замечательный праздник любят особенно те, кто служил в армии или собирается там служить. Ну да, для армии мы с тобой еще маленькие. А вот когда вырастем, то будем настоящими защитниками, правда? Я, если честно, просто мечтаю об армии. Там прекрасная жизнь. Просыпаешься утром, кашешь, поел, пошел играть в футбол, поиграл, пошел из автомата пострелял, потренировался немного, пообедал и спи себе на диване, но ведь красота. А если придет какой-нибудь командир и даст команду? Ой, Зубок, тебе же объяснила Шуня, что мы живем в мирное время. Какие могут быть команды? Что я слышу? Прежде чем служить в армии, друзья мои, неплохо бы пройти вам специальный курс в школе вежливости. Будущим защитникам Отечества это не помешает. Ой, тетушка Матильда, доброе утро! Здравствуйте, тетушка Матильда, мы так рады вас видеть. А зачем будущим защитникам вежливость?
вежливость, зубок, никому еще не мешала, а будущим военным особенно. Ну, тогда мы готовы. Самое время начать. Итак, друзья, многое из того, что я успела здесь услышать, вовсе не красит будущих защитников. Да мы ничего такого вроде не говорили. Давайте разбираться. Чувствую, у вас полное пренебрежение к режиму дня. А зачем нам режим дня? Режим дня приучает к порядку, а для защитников это первейшее дело. Тетушка Матильда, расскажите поподробнее. Я вот за собой давно замечаю, что с порядком у меня дела не ладятся. Вот представьте, идете вы с корзиной, полной яблок, по тропинке. Ой, я представил. Я тоже. Набрали яблок мы в саду и идем к Енотычу. Пусть пирог испечет. Замечательно. Вы так увлеклись, что не заметили, что в корзине у вас дыра. Ой. Вот так. Идете, и с каждым шагом одно яблочко вываливается. Бумс, бумс, бумс. И с чем же мы придем к Енотчу? Что останется для пирога? Да ничего у нас не останется. Пока шли, все яблоки уже высыпались. Собирай их теперь по тропинке. Кто знает, куда они укатились. Их, может, и птицы уже склевали. Будем надеяться, что эта ситуация останется только в вашем воображении. Вот-вот, не хотел бы я, чтобы такое на самом деле случилось. Хотели пирог, а получили дырку в корзинке. Все яблоки растеряли. А теперь представьте, что яблоки – это драгоценное наше время. Дни, часы и минутки. Если мы все это растеряем, то ничего не сможем ни сделать, ни научиться чему-то, ни узнать что-то новое. Так а режим дня здесь при чем? А при том, что когда ты, Коксик, лежишь на диване и проводишь время впустую, то как раз и теряешь яблоки из корзины. И их уже не вернешь. Птицы склевали. А режим дня поможет тебе распределить время заранее. Тогда ты точно будешь знать, что и когда тебе делать, чтобы все успеть. Тогда ты и научишься чему-то новому и будешь узнавать что-то интересное каждый день. А, точно! И даже останется время, чтобы испечь пирог. Совершенно верно, Зубок. Понял. Надо составить себе режим дня. Поможете мне? Конечно. А уж тем более это важно для защитника Отечества. В армии распорядок дня – главное правило. Ой, замечательный сегодня урок получился. Спасибо, тетушка Матильда. Спасибо. Спасибо. А по распорядку у меня сейчас научные исследования. Всего доброго, друзья. Приветствую вас, друзья, всех, кто нас давно смотрит, и всех, кто только что присоединился. Напоминаем, что в эфире познавательно-развлекательная передача «Праздник каждый день». И мы, ведущие этой передачи, Коксик и Зубок, поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! Тетушка Матильда рассказала нам только что, как важно все делать вовремя и не терять попусту время. Поэтому предлагаю перейти к чему-нибудь интересному. Зубок? А я знаю, к чему. Надо почитать хорошие праздничные стихи. О, хорошая идея. Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. Змейка мчится по земле, легкая поземка. Поднимаясь, мчатся вдаль самолета в звенья. Это празднует февраль, армии рожденья. Ночью буря бушевала и метелица мела, а с рассветом нам тихонько потом праздник принесла. И сегодня над широкой белой скачущей полей сверху видно самолеты наших воинских частей. Папин праздник – главный праздник всех мальчишек и мужчин. И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим. Здравствуйте, друзья! В эфире утренняя развлекательно-познавательная передача «Праздник каждый день». Сегодня праздник замечательный.
День защитника Отечества! Поздравляем всех наших пап и дедушек, старших братьев, всех, кто называет себя защитником. И всех девочек и мам, которые работают или служат в армии. Мы тоже поздравляем. В этот день нужно не просто поздравить папу, а сделать ему какой-нибудь приятный подарок. Ну, например, рассказать стихотворение или нарисовать хороший рисунок. А если вы рисовать не умеете, обращайтесь к нашей Веснушке. С праздником, друзья! Всем привет, ребята! День защитника Отечества – один из самых любимых праздников ребят. В этот день все мальчишки могут почувствовать себя сильными и смелыми, будущими воинами. А девочки могут, не стесняясь, говорить им добрые слова и делать какие-нибудь милые подарки. Разве это плохо? Да, это очень хорошо. Правильно! Но в коллекции моих рисунков есть и рисунки, которые ребята сделали по рассказам пап и дедушек, которые служили в армии и защищали нашу страну. Это тоже очень интересная тема. В общем, желаю вам приятного просмотра и хорошего настроения! Сережин брат занимается борьбой. Он готовится стать защитником. Андрей нарисовал разведчиков, которые пробираются на лыжах по зимнему лесу. Володя изобразил своего дедушку в кителе и с медалями. Сережа со своим другом Петей мечтают стать танкистами. А Дима, так же как и его папа, мечтает служить в воздушном десанте. На Ванином рисунке мы видим, как одевались воины в разные времена. Если вы еще не рисовали ни разу, скорее берите в руки карандаши, краски или фломастеры и смело рисуйте все, что вам захочется. Не сомневайтесь, вы настоящие художники. Вовсе не обязательно у всех должны получиться одинаковые люди, машины, города или валенки. Это даже хорошо, что они разные. Коксик, Зубок, ну как, вам понравилось? Ой, очень здорово. Сразу хочется что-нибудь нарисовать. А ты рисуй, не стесняйся. Ребята, вот вам домашнее задание. Нарисуйте, пожалуйста, традиции своей семьи, города или народа. Свои работы присылайте по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» в рубрику «Вот что я натворил». Веснушки, до новых встреч! Друзья, напоминаю, что в эфире познавательная развлекательная передача «Праздник каждый день». Сегодня поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. И самое время перейти к музыкальной паузе. Yeah.
таком хорошем настроении, самое время пригласить к нам в программу настоящего защитника Отечества. Военная служба – дело очень серьезное. Я решил поздравить с Днем защитника Отечества Бориса Федоровича. Он самый настоящий генерал-полковник. Здравствуйте, Борис Федорович. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы решили стать военным летчиком? Решил я стать летчиком, когда мне исполнилось 8 лет. Был у нас дом пионеров небольшой в какой-то избушке, и там был кружок авиамоделей. Я, конечно, сразу записался сюда. И когда через полтора месяца я сам соорудил первый планер и пустил его, он без моторчика, конечно, был, и он полетел, радости было. А где вы учились на летчика? Как называлось летное училище? ЧВАУ-1 на Беловке. Недавно показывали по телевизору, у меня аж сердце задрожало. Я не был там с 59-го года ни разу. Ну, не удавалось. А какие черты характера необходимы летчикам? Смелость, выносливость. Как бы плохо ни было, надо сжаться и все равно продолжать. А что вы посоветуете ребятам, которые решили стать военным летчиком? Первое, ну, страстно надо желать и любить эту профессию. Это самое основное. Не считаясь ни с чем, ни со временем, ни судьбой своей. А раз ты уже захотел, надо все отдавать этому делу. Следить за собой, надо здоровье иметь. Спортом нужно заниматься? Обязательно надо заниматься спортом. С детских лет, ну, лет 7 обязательно. Не пропускать уроки физической подготовки ни за что. И это мало, надо дома заниматься. Долго нужно учиться, чтобы, как вы, генералом стать. Вот посчитайте, средняя школа 10 лет, аэроклуб 2 года, но это совместно. Дальше училище 4 года, Академию Гагарина 4 года, Академию Генерального штаба 2 года. Это получилось 20 лет. Потом кандидатскую 3 года, потом докторскую 5 лет. Вот тебе 28 лет учебы и летать еще надо. Вот и командовать людьми. Я прошел все должности. Вот, поэтому желаю всем крепкого здоровья. Для мальчиков поздравления, как мужской день будет. Ну, а потом не забывайте и девочек поздравлять с 8 марта. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Борис Федорович, за интересный рассказ. Спасибо, Енотыч, это был очень интересный разговор. Ой, мне тоже понравилось. Я, пожалуй, когда вырасту, пойду в армию служить. Я бы тоже сходил. А сейчас пойдем просто приготовим подарок для Енотыча. Он ведь тоже защитник. Если будет нужно, нас с тобой точно защитит. Да. И вы, ребята, придумайте, как поздравить своих близких, пап и дедушек с этим праздником. Праздники – это хорошо, они приносят радость. А между тем, наше время в эфире подходит к концу. И нам пора прощаться с вами, ребята. Сегодня было хорошее утро. И обязательно будет хороший день. Прощаемся с вами, до новых праздников. Ведь у нас в компании друзей праздник каждый день.